Хитро. Это вполне технологичненько. Доброе утро, дорогие друзья. Привет из Словении. Инженер-физик, конечно, может возражать, но приезд американского гостя привел к ряду событий, в которых мы хотели бы отчитаться в этот прекрасный, не очень солнечный, но очень приятный, совершенно непромозглый день в Словении. Ты снял в каком состоянии? Я не снял, нет, вот это смена сезонов у нас сейчас. Флаг, побитый флаг надо поменять, флаг новый у нас есть, Антон. Ну зачем? Вот в Америке я показываю... считается неправильным вот это все. Нет, нет, видишь, нет. Видишь, два почти безумных гребаных года с этим сраным ковидом. Вон, видишь, мы тут бьемся со всем миром. Флаг побитый, флаг будет со всеми почестями. Нет, сейчас мы увидим новый флаг, Антон. Да. Сейчас, одну секунду, пока здесь Антон будет распоряжаться, как ему это сделать лучше, я вас просто в течение дневного времени покажу вам, что творится вокруг. Посмотрите, что делается. Вот они, Альпы, практически из окна гостиницы Антона. Потрясающий драматический вид. Вообще, Альпы, я вам честно скажу, не ожидал я. Как известно, там, где горы, там очень интересная образование облаков. И вот здесь такое облако, как одеяло, покрывает эти альпийские вершины. Я вам точно не скажу, как называется эта гора, но это в непосредственной близости от Бледа. Ну, а здесь внизу, конечно, произрастает классная совершенно растительность, и цветы, и тыквы, и яблоки. Вот такая здесь жизнь непредвзятая. Ясхалска-Линска здесь во всей красе, почти все как мы любим. Двери гостеприимно распахнуты. Если вы привыкли к кондиционированию, будет кондиционирование. Хотите, чтобы было тепло, будет тепло. Ну и Антон. Антон, как дела идут у нас? На крейсере Попов, что слышно? Флаг тот же, но новый. Прекрасно. То есть наш не сдающийся крейсер, невзирая на разорванный флаг в борьбе с идиотами за прошедшие 1.5-2 года, снова тут у нас символизирует все, что нужно. По поводу масок, что тут решило ваше законодательное собрание? Ну, у нас два решения Верховного суда за последние 10 дней. Одно решение, значит, что невозможно дискриминировать людей по принципу уколот-не уколот при приеме на работу, в том числе на государственную службу. И второе решение, что все наказания за неношение масок в помещениях, в любых помещениях, являются незаконным. Так что вот добро пожаловать в Словению, территория здравого смысла. Да, гордо реет флаг. Гестхаус Калинска. Да. Эти горы, это отроги Альп. Эта гряда называется Караванки. С той стороны этих гор находится Австрия. И вообще расположение Словении, знаешь, вот до изумления хорошее. Здесь, кстати, вот есть момент, даже два, для людей, которые... ну, не раньше никогда не слышали про Словению, не знают, что это такое.
Значит, частенько это ассоциируется либо с несуществующей какой-то страной, типа Швамбрания, либо с каким-то таким глубоким совком. Не то, не то, неправильно. Значит, Словения имеет достаточно длинную историю с Римской империей, непрерывную. И уровень жизни, и уровень комфорта, и дорог, и всего остального, ну, будет получше, чем во многих странах Европы, невзирая на то, что жизнь здесь до сих пор пока дешевле, чем во многих странах Европы. Ну и, значит, вопросы о горах. Если мы возьмем чуть-чуть западнее, то там будет Италия. И туда 40 минут на машине, что до Австрии, что до Италии. Если до Вены, например, доехать, это подальше. 4 часа до Вены. Вот отсюда до Венской оперы 4 часа при любой погоде. Желающие съездить и слопать пиццу итальянскую. 40 минут, пожалуйста. Город Тарвизио радостно вас примет свои пиццерийные объятия. Их там дофига. Вкусно, хорошо. Многие, кстати, многие не словенцы, русские, отсюда ездят в Италию за прошутом, за пармезаном и прочими итальянскими... Ты по-славянски произносишь, без гласных. Да, по-славянски. И прочими итальянскими прелестями. Вот. Ну, правда, есть. Вот, а что бы нам... Что-то хочется сырку. Нет, чтобы пойти купить славянского козьего сыра свежего. Нет, едут, покупают итальянский. Не козий. И двухлетней давности. И сухой, твердый. Ну, продолжение следует, Антон. Класс. Я вам покажу без Антона, без рекламы, как оно есть на самом деле в гостинице. Конечно, всех интересует санузел, друзья. Опять же, санузел, вентиляция, кондиционер, дикий набор воды, патронов не жалеть. Всем привет из Словении, вот он я, Юра. Здрасте. Так, MyPillow путешествует с нами, как вы видите. Спится нам здесь хорошо, на улице совсем стало славно. Выходим, показываем вам реальность неприкрытую. Что это там вдалеке у нас? Еще мы не были, представляете, вот это вот есть. Это означает, там замки мы не были. Ну, может быть, сегодня нам повезет, и мы туда отправимся. Замечательный еще вид с балкона.
Ради твоей тишины даже выключил бензиновый двигатель, мы едем на батарейках. Угу. Я записываю тоже на батарейках, между прочим. Ну, мы на этих же батарейках и едем. Потому что время записи ограничено. Нашей доброй воли только. Да. Друзья мои, ну вот мы в Бледе, мы в центре, подъезжаем к самому центру, так сказать. Мы видим бары, мы видим... коттеджи, видим, указатели. Очень вкусный гриль-ресторан с правой стороны. Скажи мне, здесь какие-то дикие, да, животные тоже в части их едят? Или... Олени. Олени. Есть такое дело. Причем они, бывает, выходят вообще на дорогу. Ну как его не съешь, если он сам вышел? Ко мне в гости как-то кабан дикий тут заходил. Вот она, друзья. Шесть километров, ты сказал, да, ну, в периметре? На окружности. Некоторые люди скажут, ну, вот Антон, человек предвзятый, он здесь живет, ему здесь нравится, а вот от приезжего американца скептический взгляд. Ну, вот, давайте, пожалуйста, смотрите моими глазами на все. Немножко подвяли цветы к октябрю, вот, отмечаю. Ну, в целом, все очаровательно. Посмотрите, как здорово все. Это Блед сегодня. Как сказать? Это... Чтобы не возникло разночтения лексического характера, фонетического сходства некоторых слов. Ну, видите, на заднем... На том берегу мы видим трассу. Лыжную трассу, сейчас, естественно, снега нет. Здесь гонит гребец. Да. И вот так все зелено, а в центре озера стоит остров, на который можно путешествовать на лодке. Там находится церковь. Церковь также находится здесь рядом. Да. Это замок.
Там вот этот просвет на горе. Летом этот тобоган, то есть вот по этой вот металлической рельсине, которую видно белой такой полоской, ты на таких рельсосанках, у тебя только тормоз. А в ту сторону с горы там горные лыжи. То есть ты по этому же подъемнику можешь подняться, и туда уже будет другой подъемник, и там лыжи. А вот та гора называется Бабий Зуб. В переводе означает Бабий Зуб. А вот гостиница, про которую я тебе говорил, вот эта белая. Ей тоже неизвестно сколько лет. Ну, известно сколько, но она старая. И в ней как раз вот это топлится. Там вот этот источник, оформленный в виде бассейна внутри. Древний римский курорт. Но он не древний римский, он Блед известен как климатический курорт больше 300 лет. Значит, соответственно, вот эти все сооружения стали появляться где-то лет там 250 назад. Понятно, что оно там отреставрировано уже много раз. А спорим, что там были древние римляне? Да может быть, я ж не спорю, где только римляне не были. Была резиденция Габсбурга, которую Тито потом переделал в резиденцию под себя. Сейчас это называется вилла Блед, принадлежит государству. Но тем не менее, значит, в этой вилле проводятся большие международные мероприятия. Я знаю одного американца, пожилой дядька, ему 70 с небольшим лет. Он приезжает сюда в мае месяце, выкатывает, у него там в гараже, я забыл, какая машина. Кадиллак 70 такого-то года, такой здоровенный чемодан. Я бы ожидал ЗИС. ЗИС это другая история. Это была история, когда Хрущев подарил Тита ЗИС, и этот ЗИС находится в музее Нововлюбленного. Так вот, он приезжает, он снимает номер на 5 месяцев. Значит, ему выкатывают его этот лимузин. Он одевает свою ковбойскую шляпу, сигару. И погнал. Вот, то есть он считает, значит, что покупать недвижимость это неправильно. Ну а что говорит в гостинице? У меня в гостинице что? Завтрак мне сделали, белье. Семья содержит, это кондитерская, содержит уже лет 150, наверное, одни и те же. Значит, вот тут это блейская резина по аутентичному рецепту. А вот это, собственно, вот этот старенький город. Ну, как обычно, на холме, там замка.
Это робот, который косит траву. Вот он. В Серпухове, наверное, может и есть такая. Сейчас я вам скажу. Thank you.